И всем привет, ребята! Вы на канале Рома Скипер. Сегодня будет сумасшедшая рубрика «Засмеялся, передал привет челлендж». В этой рубрике будут супер смешные видео. И если я хотя бы над одним засмеюсь, я должен передать владельцу этого видео привет. И видео в этой рубрике будут супер смешные, поэтому перед началом этого видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте добьем первые 10 подписчиков в Дзене. Мы начинаем! Чувствую. Ой, ребята, я засмеялся, потому что, ну, как над этим не засмеяться? Как над этом моменте, когда она должна была по свечам провести, а в итоге ударила в лоб, не засмеяться? Ладно. И автор этого тиктока — канал Маша and Roma в Дзене. Это был реально смешной тикток. Как можно было вот так ложкой долбануть по лбу вместо свечей? Я не знаю. Ну, так получилось наверняка. Ну ладно, долго тянуть не будем. Мы переходим к следующему ролику. И следующий видеоролик в Studios. Смотрим. Это очень больно, я так скажу. Я хочу это пересмотреть. Не, я над этим засмеяться ну никак не смогу. Фу, щит просто. Щит! Да, конечно, то видео было очень жесткое. Но давайте смотреть следующий видеоролик. Так, давайте, видео в Studios. Трое пьяных парней садятся в такси. Таксист увидел, что они пьяны, и решил приколоться. Завел машину, погазовал минуту и выключил зажигание. Сказал: приехали. Первый поблагодарил и выполз из машины. Второй рассчитался и вышел. Третий как треснет таксисту под затыльник. Таксист решил, что тот понял прикол, но все равно спросил: за что? Чтоб больше так не гонял. Ты нас чуть не убил, придурок. Да, я бы тоже подумал, то, что он понял прикол, но не настолько сильно, но, блин, классно. Классно придумали просто, это крутое мастерство, конечно, над видео. Прикольно, прикольно. Блин, я опять засмеялся. Да что же это такое, я не хочу всем подряд... Не, ну, конечно, не всем подряд, ну, почти подряд всем говорить привет. Это для меня так не действует. Я хочу как-то не смеяться над такими смешными видео. Так, и имя автора этого видео — Sport Family 0. Вот. Ну, ты ж Sport Family, ну, как так-то? Ну, зачем меня так смешить? Я ненавижу, когда я на видео смеюсь из-за какой-то ерунды. Ну, ладно, мы переходим к следующему видеоролику. Так, и давай следующее видео в Studios. Стон и фижма. Какая еще фижма? Хватит выдумывать! Ну, как... Фижма, юбка такая. Хорошо. У нас тут дама. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма? Ну как же? Нет. А ты, Копатыч? Не дай бог. Это старинное слово. Сейчас такое не носят. Довольно! Я тоже могу сказать, что это старинное слово. Ты мне не веришь? Хватит выдумывать. Ну,
для меня это типичный урок русского языка. Я, конечно, не знаю, насколько у этого человека голова продуманная, но я почему-то не засмеялся. На самом деле я держался уже на кончике. Слава богу, это видео закончилось. Ну, фижма. Какая еще фижма? Я не знаю, я тоже не знаю. Но только максимум знаю то, что это юбка, все. Ой, ладно, все, давайте переходить к следующему видеоролику. Ох, это все-таки, я не знаю, как это вести мне эту рубрику. Ну, блин, ребят, давайте подпишитесь на канал, не знаю. Давайте добьем 10... Не, ну да, давайте лучше добьем 10 подписчиков, чтобы дальше идти развиваться. Пожалуйста, подпишитесь. Ладно, видеоролик в студиос! Ну, конечно, не знаю. Блин, я засмеялся! Блин, я не хочу. Ну ладно, мне придется передать привет ради вас, из-за того, что вы меня заставили. Ладно, давайте передам привет. Так, и имя этого читока — Смог Потевок. Не знаю, что это за имя такое длинное, но довольно. Так. Да, Спотсфэквок, привет. Спасибо, ну, за такое смешное видео. Блин, не знаю, 9:50. Когда 9:00 уроки начинаются, 8:59, мне кажется, я не так веду. Ну, почему не так? Примерно так. Я прибегаю в школу уже в 9:00. Я прибегаю в школу в 8:59. И вспоминаю то, что я забыл пенал и рюкзак. Прибегаю туда, потом забываю пенал. Потом прибегаю туда-сюда, и я все забываю. Ой, у меня был один такой случай. Ну ладно, мы долго задерживаться не будем. Давайте переходим к следующему видео. Давайте, видеоролик в студиос. Если школа — это наш второй дом, тогда почему мы его не можем продать? Мне кажется, это стандартное. Ну, стандартное видео. Я вообще не знаю, кто его мне отправил. Это все кто-то мне в Инстаграм закинул. Но я не знаю, как над этим смеяться, потому что что-то такого смешного может быть. Я не понимаю. Ну, не, ну то, что школа второй дом, его можно продать, прикол-то зачетный. Но он не смешной. Зачем мне скидывать видео, которые не смешные? Ладно. В принципе, нормально, ну, хорошо постарался, но имя говорить не буду, передавать привет тоже не буду. Ладно, мы переходим к следующему видеоролику. Так, ребята, если вы не знали, но, к сожалению, это последний видеоролик на сегодня. И давайте начнем его смотреть. Железная дорога. Паровозик, тык-тык-тык, автомобиль 13-тык. Что? Видеть мой глаз? Где фуражка? Это мое. Ну вот. Котятки, пора пить чай. Лапа пей. Блин, я засмеялся на последнем. Я же мог не смеяться. Да какого черта я засмеялся? Я не знаю. Ой, ладно, давайте долго не тянуть. Ладно, РТП Фапи, передаю тебе привет. Прикольно, смешной был ролик. Вообще зашибись, это очень смешно. Ну, я не знаю, как это еще, блин, описать. Ну, паровозик, дыр-дыр-дыр, а в трубе 13 дыр. Ух. Ну что ж, ребят, это был последний видеоролик. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите продолжение этой рубрики, давайте вы мне напишите в комментариях, чтобы я ее продлевал. Ну а с вами был я, Рома Шкипер. Всем удачи, всем пока-пока-пока!